дорогие мои, с вами Касина Юрч, ребята, и сегодня со мной играет Димка Федоров. Это GTA 5 онлайн и шоу Драка Рейсинг. Здорово, ребята! Что ж, ребята, опять-таки будем устраивать заезды на одну милю. Многим эта рубрика очень сильно нравится, поэтому, ребята, поддержите лайком, давайте наберем 3000, ну и, конечно же, подпишитесь, если здесь впервые, это очень важно. А также в комментариях напишите, чем сейчас занимаетесь в данный момент, где вот находитесь. Может, кто-то на пляже чилит чисто, там попивает коктейльчики, да. И вот смотрит ролик. А что ж, ребята, да, мы будем доставать очки из рандома, будем устраивать заезды. Кто каждый раз будет на финише первый, получает балл и, возможно, заспавнит 3 тачки на следующий заезд. А, так, это Макларен, но это не чит, но машина довольно-таки интересная, как минимум внешне. Также, ребята, помню, что за все раунды их примерно 20 будет. А самая быстрая машина, которая наберет максимальную скорость и врежется в стену, та приносит экстра балл в конце. Поэтому мы готовы, и осталось достать мне тачку. О, ну неплохо, у меня Бугатти, кстати, неплохая, правда... По максималке я даже не уверен, что она разгонится. Что по характеристикам? У нас есть чиповка, равняется 30%. Эта чиповка, ребята, влияет на ускорение. Ну и чуть-чуть дает максималочки. Это не особо важно. Поэтому давайте посмотрим, что у нас получится. Ты готов? Конечно, да. Ну давай. Раз, два, три. Поехали! А что, Макларен чит все-таки, что ли? Нет, или у меня Бугатти слабая? У тебя Бугатти не особо как-то. Ну, это, конечно, до свидания. По максималке тебя делаю. Улетел. Слушай, просто, это да, улетел. 757. Это экстрабал сразу сходу. 530, дядь. Да, ну слушай, ты очень хорошо поехал. Вот эта Бугатти 09, она меня удивляет в последнее время. Так, у тебя бэха неплохая, ребята. У меня 3 тачки, как я уже говорил ранее. И вот такой вот Тойота мне интересный. Что ж, ребята, мы используем абсолютно все тачки из Реала. То есть это очень важно. Ну и, ребята, используем байки. Все остальное идет мимо кассы. А так, Альфа Ромео очень быстрая, как бы не вылететь. Это, возможно, та самая, которая иногда крашит, но машина тоже быстрая против заряженной бэхи. Ты готов? Конечно. Ну окей, второй заезд. Раз, два, три, поехали! Хороший старт, полноприводный. По максим... О, давай, детка, пока, Тащи. Хорошо. Альфа Ромео умница, короче. Слушай, по скорости-то как бы 723. Ух ты, опа, вот это дроп. Нихера. Так, я понял, у меня пропала твоя карта, по новой гружу. А, так, ладно, где-то трасса отвалилась, значит. Давайте продолжать, ребята. 3 тачки за мной. Первая Toyota Camry. Танк, конечно, прикольно, но нам такого не надо. Ты взорвал тачку? Зачем, почему и нафига? Ну, ее не жалко, она беспонтовая. О, чит Сиан, кстати. Так, у меня, возможно, даже, ребята, гели хороший. Ранее он был чит, но я потом хендлинг с этой тачки перенес на, получается, родстер Сиана, а этот обычным стал. И он очень понимаю. Быстрый, кстати. Но у меня тоже хороший авант, на самом деле, R6. Раз, два, три, поехали! Но как бы он хорош не был, мне кажется, по максималке его не хватит. Хотя, не говори гоп, может быть. Ну нет, конечно, уходишь. Но у меня очень хорошо тоже. 777. Три семерочки, азина, три топора. В общем-то, новый экстрабал. У меня почти 700 было, 695, чтобы ты понимал. У меня 3 тачки и все Ни очень хорошие. Так, ну ладно, да. У меня 2 машины будут в следующий раунд, ребята. Давайте продолжать. Это ужас, Мерседес, надеюсь, хороший. Это лангованный еще, это нехорошо. Ну, меня не интересно. Па! Блин, это косячная, смотри. Она цепляет. Да, на другую следующую спальню сразу. Я не думал, что она такая, окей. Первый попавшийся. Ух ты, нихера обмен. Ты охренел? Не, верни обратно. Это хороший обмен. Так, ладно, а у тебя это даже, ребят, не знаю, что за марка. Я вам шилдик покажу. Это Лотус даже, возможно. Скорее всего, это он и есть. Так, раз, два, три, поехали. У меня не самый идеальный финир. У него немножко на переднюю ось. Он прям такой заниженный. Но этого... 400... Достаточно. 500. Слушай, ну как бы 657. У меня 4-й раунд подряд. Хорошая тачка. Просто вот реально хорошая тачка. Да, я врезался, конечно, мастер же в стену. Юрастер. Я мастер Юрастер, понимаю. Так, раз, два, три. Вижу неплохо. У тебя... что ты спанишь, что у тебя там что-то было уже, я видел. Не-не, это же было... Не, это была ареновская тачка. Да, она похожа как бы на R8, но нет. По ушам не поездить собрался. На монтаже увидишь. Ну ладно. А что ж, давайте попробуем заряженная Супра против вот такого Вижена Мерседеса. Дорогущий, наверное. Раз, два, три, поехали. Хороший старт полноприводный у Супры, но Вижен, ребят, сам по себе хорош. Молодой, тормози. Не слышу.
Тормози, говорю! Говорите громче. 584. Ну, это самая слабая тачка у меня сегодня, на самом деле. А под капотом далеко не самая слабая. О, кстати, супер неплохая по накату. Если это там... Ой, господи. Так, Кадиллак, конечно, себя ничего не представляет. Ох, слушай, а мы с тобой сейчас зарубу устроим. Прям очень хорошую зарубу. У меня тачка, ребята, под капотом очень слабая, но по накату очень хорошая. В принципе, как Супра. То есть эта битва будет именно на выносливость, так сказать, на максималку. Раз, два, три, поехали! Что-то у меня тачки красятся абсолютно разных цветов, только не зеленого. Это как вообще? Да, я заметил тоже. Почему-то только на этом серваке такая проблема. А еще бывает то, что как бы ты тачку... Вау! Переспанил с фаворита. Вау, я пролетел сквозь. Понимаю. У меня, короче, 670 было, при этом я там за что-то зацепился и подлетел. Смотри фишку. Ты просто на большой скорости ехал. А, не. А, да-да-да, она такая, она косячная, да. Ну, типа, не косячная, у нее такой приколы свои. И выходит. И выходит, да. Гарри Поттер, вылазь давай. А сколько у тебя по максималке было? А я не засмотрел. Ну, не очень много, там 500 где-то. Не посмотрел. Но у меня было хорошо, но этого не хватило. Так, ладно. Печалище. Печалище, все печалище, вообще без разницы. Да. Так. Щерату, или как его там, он не идет в счет? Тачечку. Тачечку. Тачулечку. О. Ну, что-то интересное, что-то интересное. Попробуем, ребят. МТО Альфа Ромео. Раз, два, три, поехали. Опять-таки на переднюю ось тоже какая-то странная машинка. Тащи! Ну, по максималке она не сможет, мне кажется. Тащи! Хотя... Не, не догоняю. Не догоняю, но не успею. Успею, чё? Перед финишем понял. Сделал. На этой херове я, если честно, уже как бы слил раунд уже мысленно. О, джип-чурок. Да, плохой был. Ну, у тебя максималки не хватило. А, просто не хватило максималки. 206. 173. Прям так? Да, наверное. Так, ну, я не знаю. Попробуем. Ты готов? Да. Раз, два, три, поехали. 3D Squad. Хороший Porsche, максималки только у него нет, насколько я помню, он прям такой. What? Да, еще и цепляется, еще и цепляется. Мне на прошлой тачке также цепанулся. Но у меня чисто по максималке. 700 почти. Да. Ну, повезло тебе, я так могу сказать, да. Так, хорошо, ребята, балл мою копилку. Эклипс. Напишите, из какого фильма, ребят, в комментариях данная машина. Судьба? Машина прикольная. Ух ты, ёпа-мать, это что такое? Это Суба девочка. Ё-мать, это что за саквояж такой? Короче, не будем мы брать. Сейчас будет. Чит? Ты смотри, какой у меня Мерседес максимально странный. Так, ладно, ты окей. Смотри, какой у меня выхлоп, у меня Стингер выхлоп, понял? Понимаю. Раз, два, три, поехали. Поехали. Она чит все-таки, да? Да. У меня, чтобы ты понимал, просто у этого странного Мерса 198 под капотом, а я его первый раз вижу. Подожди, тут же максималку можно пробить. А я балуюсь, 850. 850, новый экстра балл, да, я ребята, при этом новая читачка. Ну, я не думаю, что ты много степени, что потратил. Все... Да не, смотри, я тебе могу сказать сразу, у меня 870 было. Ну, 20, разница небольшая. Так, окей. Да. Две тачки у меня, три у тебя. У меня Максимка пришел быстрый, хороший. Криво. R8, ребята, бывший чит, но криво. Такой нам больше не нужен. Криво. Че криво у тебя? Нормально все? Даже окна открыты. Че берет? Она чит? Серьезно? Ты как в камень врезался. Понимаю. Раз, два, три. Поехали, ребят. Это абсолютно не важно сейчас на заезде. Читы, конечно, быстрые. А можно мне тоже чит? Ну да. Прыгун, прыгун. Клапана не вырыгни, родная. 890. 622, в принципе, тоже неплохо. Что ж, ребята, новый экстрабалл, честно, 690, его побить можно, но для этого нужно что-то быстрое. Ой, мать! Что там у тебя? Так, 177, 209. Неплохо под капотом. А что это такое дрявое? А, издалека прозрачный. Это, короче, ребята, дрифткорч. Да. Это очень быстро, но максималки у этого нет. У меня есть шансы обогнать перед финишем, но не знаю, как пойдет. Я даже богом буду стартовать. Два, три, поехали. Я настолько суровый. Ты, мне кажется, переоценил свои возможности. Да, у меня максималки нету. 578. Там был Мерс, который поехал бы 700. Maybe, да.
Так, ну, у тебя понятно с выбором все. Так, у меня что будет? Здоровенная тачка, Porsche. И третий автомобиль, ребята, у нас сегодня будет, что будет, Lexus по итогу. Это что? Это GP1, да, это стандартная, все верно. Panamera, быстрая, кстати, Палыч тоже вроде как неплохой, вот Lexus. Туруру, и давайте Panamera попробую, Panamera не быстрая. Ну как, под капотом быстрая, а по факту, наверное, не поедет. Но это лучшая вроде как Panamera, которая у нас есть. Раз, два, три, поехали! Хороший старт, Vision, конечно, да ребята. Да не, дядя, у меня старый Vision. Тащит. Ну... Не тащит. Внимай! Нет! Не тащишь! Нет, не успел! Или успел. Ты у меня мигал, буквально успел, мне кажется, ребята. Очень хорошо обходил. При монтаже замедлю, если не забуду. И у тебя что, очередной чит, тазик, что ли? Не чит он. Так, бэха. Бэха. И байк. Байк, ребят, то считается, но этот медленный, к сожалению, нам такое не поможет. М3 очень хорошая, Е90 очень нехорошая, поэтому такое себе. Кстати, у тебя такая бэха вроде сегодня была уже. И она, кстати, продула мне. Так, попробуем. Раз, два, три, поехали. Pontiac 2+2, очень хороший автомобиль именно по максималке. Бэхе нужно постараться, чтобы выиграть. Но у меня максималка должна быть хорошая. Пошел, но не успел. Ну, у меня 700 было. Да, ты пошел, но не успел. Кстати, сколько у меня скорость была, ребят, напишите в комментариях. Я просто не смотрел на нее. Ну, явно, экстрабал, конечно, я не побью. А так, Альфа Ромео новая. Вот такая буханка. И пыжевоз. Жоповоз. Ну, может, и жоповоз, действительно. Тесла Плейт. Раз, два, три, поехали. Tesla Plaid одна из лучших Tesla, которая у нас есть на проекте. Но Альфач по накату тоже должен ехать. Давай. Не. Медленный Альфач. Неинтересно. В стену врезаться не буду. 600, да. Слабовато. У меня две тачки, ребята. И, кстати, чит упал. Так, ладно. Это будет даже интересно. Малютка против читов. Вопрос, поедет ли она под штукарь? Давайте я ее сохраню. Это чит? Малютка? Это... Да. Но она быстрая. Реально быстрая. Готов? Давай. Раз, два, три. Поехали. Не ожидал, да? Ну, ты меня не догонишь, но... Не, догоняю, но 530 у меня. Нет, ты очень далеко был. 612 плюс ускоряшка, считай. Да. Ну, не, все равно максималка была 600. Так, у тебя Шкода. Так, у меня Бентли пока что. Что еще? А вторая что? Мерседес и Пагани. Нет, не баг. Вот такой вот ведро тебе здоровенный. Как говорится. Ну, если хотите, то езжайте. Кривой, глухой, немой ехать. Поехали. Но у меня Пагани такая себе тоже. Раз, два, три, поехали! Гиперкар против, казалось бы, здоровенного Мерседеса, который, кстати, может его еще и сделать. Пагани Хуайра, ребят, далеко не идеальная. Да, и по максималке поехал. Чисто по максималочке. Что ты там говорил, не слышу. Что-то в ухо задувает, не слышу. Задувает. Окно закрой. Че как дурак? Продует? Так, раз, два, три. У тебя неплохой каунтач. У меня здесь две бэхи. Опять-таки, слишком много бэх сегодня. У меня вообще все хорошо, слышь. Прям все. Ага. И бэха прям охренительная. Ага, каунтач по итогу. Окей, у меня Мерседес. Но не уверен, что я поеду быстрее. Раз, два, три, погнали. Старт у тебя, да, на дыбках. Мерседес, если с хорошей максималкой, то не догонишь. Догоняешь? Нет, пошла. Успеешь, да, успел. 550 просто максималка. Она, да, вот это, она же на задних колесах у нас катается, этот каунтач. Он такой, он самый быстрый, но при этом он... На старте прям шлифует. Гудьер, вот такая тачка всякая. Porsche разукрашенный. Больше ничего не надо. Это новый экстрабал. Это новый экстрабал, ребята. Это в районе штукаря даже будет. А мне тачку не дают. Дай мне тачку, рандом. Зачем она? Ну дай тачку, мать твою! А че машину? Да ёб твою мать. Не будет тебе машина. Дай машину. Че, все, приехали что ли? Рандом сломался. Да. Прикинь, действительно рандом сломался походу.
Да, ребят, придется перезаходить, потому что это габелла. Могу я тебя заспавнить? Ну хотя, знаешь, давай один раунд проедем, может сейчас очухается, все равно я в любом случае быстрее не буду. Раз, два, три, поехали! Джон Плеер Спешл, Порш Гудьер. Бля, все, все! Я победю! Я победю! Я успею! Я сделаю тебя! Конечно, 540, короче, на моем ведре. Да, понятное дело, ребята. Короче, максималка была бы 1200 плюс. Просто кто-то не справился с управлением. Доставай мне тачки, давай. Первые две мне будут. Следующие три тебе. Вообще хоть что-нибудь достанется? Первая. А почему я в машине... А, я не вижу машин, разницы нету, да? Да, ребят, у меня сломался, почему, к сожалению, спаун. Потому что я их не вижу. Да, ребят, к сожалению, такое бывает. Как вы прекрасно видите, тачки не спаунятся, поэтому я предлагаю на этой ноте все-таки закончить. Баллы итоговые вы видите на экране. По заездам, ну, я, наверное, больше был раз на финише. Хотя, не знаю, ребят, хотя могу ошибаться. Самая быстрая тачка был вот этот Драгстер. Если даже его не считать, то был Вазик. Поэтому, как бы, все равно экстрабалл достается Димке, да. Что ж, ребят, надеюсь, вы уже прожали лайк. Всем хорошего настроения. Не забывайте оформлять подписку и настраивать колокольчик. Это очень важно, ребята. И, как говорится, напомню, что у нас есть канал на Дзене. Если у вас на Ютубе проблемы, смотрите там. Там проблем вообще никаких нету. Ссылки тоже в описании. Пока-пока. Пока, ребят.